Почему я слышу ломы? Кого-то ломают. Там Мегалания дерется с Надунтой. А мы здесь не пройдем. Вот так ебать, Мегалания дерется, хуярим. Поняли. Ломает ее. Ай, куда я? Ну что это, все, минус Мегалания. А на Дон ты и сама бы справилась, но я не против помочь. А, мы будем на Дон ту хуярить? В смысле, я и того хуярю. Ну типа, все по правилам, алё. Третья сторона. Да, 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 да. Так. Ну и чё? Ну я предлагаю подняться на просто... Влететь и кусать, а чё ещё делать? Да. Я застрял. А почему она тебя не бьёт? Она может быть хвостом головы нога? Ну да, обязан. Да, конечно. Конечно. Все, она в черепашке. Нет, уже нет. Нет. Она немного умная очень. Хорош. Странная Анна. Это очень вот это, по-моему. Походу... Это вот, которая бегала с гусем. Не-не-не, с гусем в скине было, это стандарт. С гусем другая была немного. Там был красивый скин с белой маской. О, еда хотя бы. О, насчет другого скина. А я, наверное, этот куплю, пока деньги есть. Не то сейчас откиснем. Вот такой мне нравится. Ага, да. Так, мы же все скорость, получается, да, зубастики такие. Ой. Это не я. Тут еще. Блять, это. Ну-ка, это уебищный скин, надо будет докупать все-таки. Что такое? Почему я не беру ее? Что? Я не беру на F. Не, а, не, не, я не тебе. Ушел. Схавали все. Спасибо, что оставили. У меня фуловая правда. О, ах ты грязный абузер, посмотрите на него. Чего? Ты кому? Сразу в скин перекрасился. А, в смысле, так это не абуз же. А ты абуз, ну это типа баг, ты абузишь баг. Не-не-не, он багаюзит, все, бан. 24, да давай 48 сразу. Давай сразу 70. А сколько стоит этот скин арбуза? 1000. 6500. 6500, блять, он стоит. В смысле? Ты купил за 1500, наверное, какой-то? За 1000, блять, я купил себе скин. За 1000? Я тоже покупал этот скин, но мне белая голова. Хвостами или просто трайки? Причем тем же методом. Находят краюшек. И на альт вращаются и начинают ее бить так, чтобы она не попадала, а они попадают. Прикольная, да, вот альт вообще охуенная такая, блядь, хрень. При мне у этого спина завалил трех антонон чисто через альт. Он кусал и тут же отворачивался. И, блядь. Да, да, да. Спина это их главный враг, кроме после трайка, наверное. Трайк их просто в разме может убить. Ну, без черепашки, естественно. А спиныч, ему даже не укусать надо. Он кстати, может, о трайке. Он трайк. Теперь идёт один. Это не трайк. Нет. Это разве не трайк? Это не трайк, это не трайк, го-го-го. Это, бля, это... Это третий штуки, Сим. Альбрехт, который... Стираки. Да. Их там трое. Не, я же говорю, сус. Три стираки. Ребят, привет. Интересные один, ребята, посмотрим, кто кого. Ты один, да, Саша. Саша, ты один. Я Саша! Ты очень далеко убежал. Бля. Сука, я хотел одного сломать просто уже, чтобы мы разобрали, но... Не-не-не, слишком бежишь. А вы же, блядь, прям рядом со мной. Ну, уже да. Ебать. Нет, они меня... Просто ты с тираками вдруг не поймешь, а у тебя уже... Фулл хп вроде. У меня уже фулл хп. Нет, ну не фулл, но... Не беги, не беги, а ты что делаешь? Ну ты просто убегаешь от него, он тебя бледует. А чё мне надо с ним делать? Ну... Иди на камень, залезь. Хотя бы... Да, отходи. Это что? Что меня ударило, блядь? Я вообще не понимаю. Гусямем, наверное. Он только что меня поносил. Тебе блядь. Идут. Блять, я попал, но это был хвост, походу. Блять, ну чё ты, да, я вообще неправильно открыл. Блит, это гей? Нет, практически. Хорош.
О, все, давай. Сейчас этот озвереет. Он... Но он уже при смерти, добивайте того. Я иду. Это блять, я завис. Альберта сломал. Хорош. Еще одного сломал. Они все сломали. А, кроме черного. Хорош. Так, черный остался. Сука, меня ты чё, меня не носит на себе. А он нормально? Думает, что ты при смерти. Ой, Альбрехт, это очень плохо. Да, но я его сломал, ну давайте делать что-то. А, он сломанный? Блин, да, я же говорю, сломал Альберта. А где он? А, он кусается, осторожно. Вот он нам заблидует на фулл хп. Минус. Проблема решена. Все. Теперь вот эту хрень, которая у меня постоянно настигла. Так, у кого кровь надо бы скинуть? Да, я скину, раз уж вы гоняете. Да. Все, давайте ничего нету. Это пиздец. Я... Понимаете, на меня все накинулись, и Струтик на себе носит, блядь, как предмет. Да, их ошибка. Да, Струтик забавно, вот это я видел. Ошибка была в том, что они начали звереть, когда мы начали ломать друзей. Вот это главная проблема, они пошли просто махаться. Да не, ну, блядь, Альберта, конечно, классно сломал. Я даже не Альберт думал, Альберт вообще что... какой-то глупый. А, я не думал то, что он настолько мощный. Чё ты сказал то, что нам жопа? Ну, потому что Альберт может. Это он очень маневренный. И при этом, ну, потанковее вот этих будет челиков. Но ему танковать нельзя. То есть он мог бы просто подбежать в бочин, нам фулл кровь дать и уйти на чарджа. А этот сломался сразу и сдох. Даже меня не укусив при этом. Да не, я... Справа что-то было. Ну, со стороны так, скалы. Так, надо хиляться. Я вот этим занят. Не, ну я криво сделал, а тут я дико извиняюсь. Я, блядь, я на даспухе, честно, вообще не сильно. Особенно вот против тех, кто меня догоняет. Нормально, просто я говорю, никогда не убегай, как ты делал. Ну, я просто вижу, ты бежишь, а он тебя, ну, бьет, прям хуявит от души. А мы-то медленные, типа, даже то, что мы на скорость, мы не сделаем. Ой, тут танкило где-то. Не, а вот как мне надо было делать? Ну, типа, он меня догоняет, мне останавливается и закусить или что? Я обычно вот так, смотри, типа, я бегу, и вот так на иксе просто сразу. Да, на альт, это очень выгодно, то есть он не ожидает. Надо потренироваться. Пойдем анкилу съедим. Ну, только на церковь так не делай, почему-то у церкви перелом сбивает альт. Да нет. Ну больше чё? Половины, думаю, отхиляемся по пути. Угу. Да, давайте, про военные, бля. Чё там за пиздец? А, понял, травоядные крокодилы. Всё придумали. Травоядные крокодилы задефали? Да. Просто во время файта, блядь, подлетели, начали нас гасить. А крокодил спокойненько ушел домой, блядь. А Холодор с кем дерется? С Алярамами. Уходите оттуда. Это... Чё, тут трайки идут? О, эти, травы. Да. Они вверх поднимаются. Они, всё, походу, все хотят закосить. Уходим тогда. Даже не пытайтесь. Как, сука, не сломал Алярама, прикинь? На хвостом их бей, блять, они еле дамажат. Да, а хвосты, знаю. А хвосты им по роже нормально прилетать. Приносит урона. Я прям в нем укусил. Не сломался. Домовенку похуй, говорит, репорт оформляйте. То есть он даже смотреть не хочет. Ну, блять. Охуенно. Наверное, ротацию сменит когда-нибудь, может быть, что-то теперь сменится. Да не, нихуя, такие люди на травах не становятся, бля. Слышишь, что? А залей нахуй репорт. А залей, блядь. Ой, трое. Четверо. Оу. Oh.
Жалко, у меня нет возможности снимать, блядь. Да, мама. На экране. Прошу не выходить. Ой, хорошо, всё. Дальше. Завтра. Угу. По 5-го тебе надо выйти, что полчаса приехать на Московской 250. Хорошо. Что здесь делают мои расчёсы? Не помню. Такие вопросы вам не задавали. Расчёсы вам. Ну да, так расчёсы, скорее всего. На, чё, блядь. До смерти хочет драться. Алиарам, который красный весь уже. Надо какого-нибудь камня подвести, чтобы мы зажать их, блядь. Они нас заебали, потому что. Да нет, знаешь, как сделай? Прижмись к деревьям, которые вот прям близко, понял, друг к другу находят. Ага. И они в любом случае, когда будут пробегать, пытаясь тебя ударить хвостом, они врежутся в дерево. Но чтобы ты стоял на таком расстоянии, чтобы ты успел, понял, чтобы у тебя анимация прошла перелома, и чтобы ты успел до него добежать. То есть сделать такой рывок. Трайки, блядь, пиздец просто. И стеги сюда пришли. Вот это, блядь, как называется? Алирамы привлекают внимание, блядь, а эти просто приходят нас добивать, блядь. Это так, просто пиздец. Так знаешь, в чем прикол, блядь? Мы начали драться нахуй с крокодилом, блядь. Давайте. Мы этих стегучей вообще в душе не видели. То есть они бегут целенаправленно к нам, хотя перед ними стоит крокодил, которого они даже ни разу хвостом не ударили. Это насколько эти люди обижены жизнью, понимаю полностью. Что ты там пишешь, печатаешь? Я даже хочу посмотреть, как ты там напишешь. О, вот здесь, смотри, нормальные камни. Вот знаешь, вот что плохо, у данных людей, вот у админов, да, есть возможность смотреть логи, да, вот. Они ленятся. Ну, блядь, чё лениться, вот, да, факт нарушения есть, вот прям сейчас, я уверен, на сервере вот в это же время не умерло 10 человек, что ты, блядь, нахуй, листаешь и ищешь. Встал, он не захотел бы, наверное, смотреть, типа, пиши телепорт и всё, блядь. Блядь, вот. А как отзываться от такой администрации? Вот, скажите. Ну, сломал, говно, сломал, добивай вот этого. Вы стегичей убивает? Их стегичей, алярам доебались. Аккуратнее там, смотрите, как только стегичи придут. Одного забрали, да. Что ты, мальчик мой, иди сюда, мой маленький. Сзади бежит. Слышишь, Толь, мне кажется, они целенаправленно нас с тобой хотели убивать. Все, они получили, пошли дальше вниз. Кусок возьми там, похавай. Ой. Думал, он подошел. Блять, какой, а? Дерзкий хочет до Талова. Не сможет. Спасибо. Задавил! Задавил! Разве? Блин. Я его укусил. Да, ты его укусил, мясо упало. Вот оно. У меня просто анимации не было, что я его кусал, как будто он просто прошел. Я смешно. Блять, Тапкин. Сука, вот на самом деле Тапкин, вот чего ждет Тапкин на сервере? Стой, у меня нету боя. Че? Но у меня нету боя, типа начало, ну, я его ударил, убил, а у меня боя нету дебафа.